В рамках недели приема граждан, приуроченной к 18-летию создания партии «Единая Россия», в Кашхабском районе был осуществлен прием граждан по личным вопросам. Приемы провели секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Кашхабского района Александр Брянцев, депутаты Государственного совета ХАСа Республики Адыгея Каплан Борсов и Зураб Зехов. За содействие в решении насущных вопросов обратились жители различных поселений района. Каждое из обращений было детально рассмотрено, были приняты соответствующие решения и даны поручения ответственным лицам. Вопросы касались как социально-экономического развития, благоустройства населенных пунктов, так и личного характера.